Председатель правительства Дагестана награжден Золотым орденом Галисии, высшей наградой этой Испанской автономной области. Ее Абдусамаду Гамидову вручил президент Федерации вольной борьбы Галисии, который накануне прибыл в республику. Как отметил Хосе Луис Аласабель, в Испании высоко ценят вклад Абдусамада Гамидова в развитие вольной борьбы и регулярное сотрудничество между странами в области спорта.